Удивительное дело. Врановые объединились. Наверное, зимовать веселее вместе. Родственники все-таки. И тут тоже грач и голуби. Два грача, две галки и ворона. Выкапывает желуди. На этой аллее много дубов. Осенью очень было. Вот желудь галка тащила как раз. Грач выкопал что-то, не понравился желудь. Галка улучила момент и утащила, но недалеко. Отобрали у нее. Сидят желуди. Грач вдалеке. Желудь добывает. Еще один грач. А это, видно, обиженная галка, которую отобрали. Правильно, хоть снежку поешь. Сегодня такой снегопад, мороз. А грачи тут остались. И не хотят никуда лететь. Удивительное дело. Рядом Екатерининский собор, соборная площадь, центр города. А этот заодно еще и искупается в сугробе. Может, что и вырыет. Клад какой, желудь или еще что. И перышки приведет в порядок. Что-то находят все время, едят. А этот грач бедолага, у него что-то с крылом. И он держится отдельно от этой кучки врановых. На дорогу вышел. Но несмотря на поврежденное крыло, он все равно летает. Вот на дерево взлетел. Очень активный, жизнерадостный. Где крыло волочится. А с собратьев держится отдельно. Может, подрался с кем? Так что не все грачи улетают, а весной прилетают. Эти остались зимовать. По Пушкину встречаются и другие одиночные грачи. А в центре собралась целая компания врановых. Пожелаем им пережить эту зиму. Она у нас в этом году снежная и морозная.